В ходе проведенных нами мероприятий мы обнаружили героически брошенные вами документы стройотчета ШДК на пункте постоянного вашей дислокации. Вот для примера, для образца. Книга облику особого склада с выданной инженерной роты рисковой частины В-48-90. Данная книга на русском языке. Что вам висит? Книга учета личного состава сводной инженерной роты Министерства обороны Украины. Полностью. Расстановка по офицерскому, сержантскому, старшинскому солдату. Следующая. Опись. Вернее, список всего личного состава. Последняя колонка. Это дни, когда убыли или была проведена ротация. Вот. Тут все по фамилии. Самое интересное идет дальше, что согласно этой книге, вот, Мелимука Сергей Михайлович, или Миколаевич, командир роты, капитан, Михайлишин Ярослав, Микола Ярославович, командир, замкомандира роты. Следующий. Мукасеев Виталий Викторович, русский. Замкомандира по работе с особовым складом. Чичко Владимир Борисович, начальник штаба, перепуганный. Перепуганный? Да, мы его набрали, он обгадился, пес смердячий. В Архимовске сейчас находится. А что, здесь есть и телефоны, есть адреса? Жинки, дружины. Дружина – это жена, донька. Дочь, да? Сын Артем, 14-го года рождения. Донька 2003-го. Ага. Все, видите, Закарпатский город, Виноградов, Виноградов, Закарпатская область. Это бомба. Ребятушки, мы вас теперь всех знаем. Вот. Где вот, вы, например, шо? Виноградов, Виноградов, Виноградов. Потом пошли Заршава. Это, не знаю, Ивано-Франковская область. Вот это номер. Вот, Ивано-Франковская область, Черниговская область. Ивано-Франкивская, правильно? Ну да, Винницкая область. Все у нас в списке есть. Если тут нет 200-х, то мы вас всех, ребята, знаем. Знаем вашу дислокацию, все ваши карты. Это бомба.